Добрый вечер. Недавно я заговорил об очистке жесткого диска, и да, я действительно его почистил. Сейчас на нем свободно около 80 гигабайтов. Это действительно очень много, думаю, теперь игры у меня не будут, как это называется, тормозить, лагать и прочее. Ладно. Я тут вспомнил, что давно пытался пройти вот эту вот игру про Момо. У меня все никак не получалось. Я решил, что сегодня все-таки я ее должен пройти и удалить с компьютера. Все-таки она, может, и занимает место-то немного, но если я ее удалю, все-таки будет меньше игр. Папа, это... Я сам разберусь без тебя, ладно? Если хочешь знать, дофига рассказываю тоже. Ну ладно, это все фигня. Это мы пропускаем. Эй. Блин, ну я сейчас уже не успею раньше Мому примчаться. Все, вон уже этот. Все, сейчас Мому придет. Так, ну ладно. Все-таки хочу до конца пройти все игры, которые начал снимать. Чтоб не было никаких незаконченных дел. Потому что я уже говорил, я много очень игр хочу снять. Ой! Ладно. Короче, эту игру... Оказывается, все-таки, вот когда ты берешь рюкзак, и Момо сразу появляется в соседней комнате, она появляется не так уж сразу, а только спустя некоторое время. И сбежать от нее, собственно, в этот момент все же возможно. Вот, мы уже как раз генератор включили, пока я эту фразу произносил. О, пришла. Прячемся. И ждем. Ждем. Так, ну где ты там, Момошка? А, все, наверх ушла. Оу, нет. Ну, блин, немножечко я опоздал. Блин, ну это я еще от того, что телевизор еще у меня работает на заднем фоне. Что уж поделаешь, больше некуда снимать. Ох. Оу. А ну, отстань от меня. Ай. What the fuck is this? Где она там появилась, не пойму. Ой! А, ну точно, она ж пошла на кухню. Ну как-то мне надоело. Это точно. Есть. Ну чё? Момо? Момо нет.
О! Все. Вот и ключи. Все. Ключи есть. Теперь закрываем окна двери. Так. Давай быстро. Еще одно окно. Так, тут фигня. Так, здесь тоже пусто. Все. Значит, теперь закрываем все внизу. Ага, вот и окно. Так. Ага, тут тоже нет открытых окон. Опа, вот открытое окно. Так. Тут закрываем. И тут тоже закрываем. О, все. Найдите нож на кухне. Вот он, ножик. Вот ножик, и бежим на чердак. Быстро. Так, сейчас хватаем рюкзак. И бежим! Ай! Тьфу ты! Блин, все-таки не успел. Не успел. Застрял. Если б не застрял, то я бы еще успел удрать. Так. Все. Теперь тебя ждем, Момошка. Ой, Момошка. Ой, Момошка. Ага, давай, давай. Не-не-не-не-не-не-не-не. Все, она наверх ушла. А мы за ней. Ой! Какого фига она меня увидела? Она ж в комнату ушла. Чё тихо. Извини. Это я уж... Так надо, так сказать. Ну ладно, пробуем еще раз. Генератор. Ждем Момо. Чё, она там уже? Вот это поворот. Да. О, всё. Туда пошла, а мы забираем... Эй, забираем ключи, я сказал. Так, сейчас мы немножечко подождем, чтобы Момо точно исчезла. Все, больше я ее не слышу, значит точно исчезла. Так, эту дверь мы закрываем. Здесь, опа, вот так, открытое окошечко. Так, дверь. Открываем. Нет, в спальне открытых окон нету. А в этой комнате? В этой комнате есть. Так, сразу тут закрываем эти двери, чтобы мне они не мешались, когда я буду убегать. Теперь бежим по низу. Закрываем вот это окно. Так. Здесь открытые окна есть. Здесь открытых окон нет. А здесь...
Здесь тоже нет. Так, тут нету. А вот тут открытая дверь. Ее закрываем. Опа. Ее надо закрыть, я не могу иначе. Так, а вот тут сразу два окна. О, все. Так, найдите нож на кухне. Так, берем нож. Во-первых, сразу откроем эту дверь еще раз. Мы через нее убегать будем. Эй, пырей давай. Так. А теперь все делаем быстро. Быстро, я сказал. Нет! Ну почему ты опять застрял? Ну почему ты опять за... Тьфу. Ну, попытка не пытка. Так. Генератор и ждем Момо. Давай. Иди сюда, Момошка. Где ты там? О! Все, пришла. Ага, в спальню ходила. А теперь туда. О! Это мне и нужно. Все. Вот мы ее подкараулили и ключи берем. Ключи берем. Так. Все, Момо точно исчезла. Нет. Точно. А, нет, она убежала. Она, видимо, типа убежала. А, нет, стоять. Вон она. Она забагалась. А, типа забагалась. Нет, видимо, я недостаточно подождал. Я понял, она не просто исчезает, она убегает, если ты ключи взял. Она убегает, оказывается. Ну все. Ну, Момо, держись. Генератор. Эй, ускорение исчезло. Ну чё? Ага, пришла. Ну всё. Сейчас я с тобой разберусь, приблуда. О! Он, нет! Куда я? Попал. А, вот куда. Оу, шит. Блин, чё ж я на месте-то застыл, а не побежал? Я сказал. Опять ускорение пропало. Не надо. Потому что... Ой, Момо бежит. Куда она пошла? А, сейчас она здесь пройдет. А потом пойдет уже на второй этаж. О, все. Сейчас она точно на второй этаж идет. Нет. Не к нам, а на второй этаж. Ну ты... Я только заметил, от нее легко действительно вообще-то убежать. Если ты куда-нибудь ушел в комнату, то тебя для нее не существует. Она не как папка Грейни продолжает преследовать тебя из комнаты в комнату. Она, если тебя не видит, все, ты для нее не существуешь.
ты тут не всегда успеешь скрыться в комнате. Ждем. О! Пришла. Зашла. Так, сейчас она должна пойти. Все, иди на чердак. Я иду сюда. Берем ключи и ждем, пока Мумо свалит. Ну что, свалила? Свалила. Не видел. Так. Закрываем окно. Здесь. Закрываем окно. Тут. Здесь открытых окон нет. Так, думаю, заранее открыть надо чердачок. Так, на всякий случай. Так, здесь есть открытые окна. Здесь открытых окон нету. Здесь тоже. Ну ладно. И где тут еще закрыт? Тут открытые окна. Ага, вон вижу. И дверь закрытая тоже есть. Тут открытая наоборот. Что-то я перепутал слова. Так, ну а это, думаю, последнее. Эй. Да закрой ты уже это окно. А, что, не последнее? А что тогда еще есть? А, дверь. Так и знал. Чё, есть еще что-то? Серьезно? А где? А, видимо, новое окно успело открыться. Успело открыться новое окно. Вот оно. Эй, чё за... Блин, я забагался. Чё случилось? Что за баг тупой? А, всё, всё, нет. Да, всё, наконец-то. Найдите нож на кухне. Вот, нож. Скоро Муму придёт, кстати, уже. Я тут больно долго, кстати, за это задерживался из-за этого бага. Сейчас дверь ломать будет. Беги. Черт. Чё? А, это тоже, видимо, ошибка. Но нет, она ведь точно близко подойти ко мне, хотя я в нее ножом кинул. Так, ну ладно. Блин, вот еще этот баг тупой. Да, и... А еще я не туда побежал почему-то. Мне нужно было к выходу бежать. А я зачем-то остановился. Тоже, блин, болван. Ну, все, Мумо, тебе хана. Ну все. Эй. Ну все. Так, дожидаемся.
О, она уже на чердак ушла. Эй. Быстрей. Все. Мы взяли ключи. Момо должна уже удрать. Эй. Так, ну все, ушла. Так. Опа. Здесь нет. Чпукс. Чпукс. И вниз. Так. Оп. Так, все. Ножик. Ножик здесь. Все, а теперь... Ой, я же забыл дверь открыть. Через эту дверь я буду убегать от Муму. Да иди давай. Не подведи меня на этот раз. Ну все. Раз, два, три. Быстрей. Ноу! Да ты, ну ты что делаешь? Я куда? Ну вот, надоело мне это уже фигня. А ну-ка еще раз. Ну не подведи меня хоть на этот раз, что ли? Чё? Поднялась. Так, берем ключик или ключики, не знаю, конечно. Так, все, ушла. Это она мем прочитала. Так, ну чё? Нет, здесь вообще нет открытых окон. Ну что? На этот раз тут открытые окна есть или их опять нету? Опять нету. Так. Ну. И дверь. Назад. Берем нож. А теперь дуем наверх. Беги! Беги, 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 беги. Но... Всё. Бежим. Удрал из дома. Все-таки возродилась и догнала. Ну ладно. Продолжаем. Я уже записываю. Я-то времени не вижу. Вот
не пойму, зачем я вообще написал вот здесь в этом мессенджере, в этот мессенджере WhatsApp сообщение Мумо. Ведь сначала не она, начал я. Я ведь ей написал привет. Все и началось из-за этого. Вот зачем ты ей написал, а? Тебе что, и так приключений не хватало? Ты что там делаешь? Опа, она спускается. Эй, не ушла. Давай, уходи. Да ты... Ты обалдела. Ждем. Подождем. О! Не. Кого? Ключи. О, черт. А, нет. Ушла? Вроде бы ушла. Так, ну все, закрываем окошко. Ух, слава богу. Потому что она иногда вместо того, чтобы открывать двери, она их закрывает. А потом проходит сквозь стены. Ну, сквозь двери, точнее. Что-то я заметил, бывает иногда в играх такая фишка. Это все просто баги. Это никто не читает. Ну все. Исследуем первый этаж. Опять. Я тут уже каждый, блин, закоулок наизусть знаю. В этой игре. Так, все. Теперь забираем ножик. Да, кстати, самое главное не забыть дверь закрыть. А может и не надо. Достаточно просто, может, улепетывать. Ой! Уже вломилась так быстро. Бу-бух, нафиг. Раз, мазафака. Ну нет, это вряд ли она. Хватаем. Или это она? Ой, блин, я не смог от нее утратить. В очередной раз. Ничего, мы ей еще подотрем задницу. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Давай. Быстро. Да ты куда, блин?
Ну ладно. И все по новой. Генератор. Оу. Это нехорошо. Ага, она там. Осторожно проникаем сюда, прямо за ней. И забираем ключ. А, блин, написано главное так. Пресс Е. Хорошо, что не пресс F. Ты не поймешь, это мем. Это мем. Ой, Момо. Лучше надо уйти, чтобы она убежала. Все, она не забагалась, она забагалась только из-за того, что я был поблизости. И она поэтому не знала, типа, за мной бежать или убегать. И поэтому забагалась. Но не это. Не стоит. Как бы это сказать? Радоваться. Потому что через некоторое время она вернется. Поэтому надо к этому времени успеть все дела сделать. Все, наконец-то. Тут открытое окно есть. О, да ладно, тут тоже. Нет. Так. Здесь нету. О, вот открытое окно. Такс. О, все, найдите нож. Открываем дверку. Забираем ножик. Ну, не подведи меня на этот раз. Да ты, блин, опять застрял. Все. Раз, два, три. Ты что делаешь? Ну ты, блин, ладно. А, ну все, она сейчас возродится, типа. Ну ладно, убей меня. Бей. Она вон откуда появилась. Почему она появилась оттуда? Так мне надо было, блин, в ту сторону валить. Да ну ее, блин. Нет, все-таки надо попытаться покинуть дом, при этом ножик не использовать. Если вдруг она выскочит за тобой, ее можно будет грохнуть. Грохнуть, какая разница. Оп. Ну все. Опять дожидаемся эту Момо. Страдаем фигнёй. Опа, она уже на чердак идет. Быстро. Однако. Так. Берем ключ. Ждем. Давай, убегай, Момо. Даю тебе, так сказать, фору. Все, убежала. Забагалась, а убежала. Ну чё? Народ. Погнали. Опа. Эй. Не дурачься. Уже даже молчу, потому что комментировать нечего.
серьезно, комментировать уже вообще нечего. Эй, а ты чё окно-то не закрыл? Вот так. О, все. Дверь открываем. Ножик забираем. Самое главное сделать так, чтобы мы от Момо убежали из дома, при этом не применив ножика. Ну или как-то изловчиться. Закрываем дверь и уматываем. Ой! Что за... Ты... Да не бежала она в доме была. Я не понял, ты какого хрена тут забыла? Ты умнилась. Блин. Ну ладно. Ну все. Ладно. Попробуем в очередной раз. Ушла. Ключ хватаем. Окно закрываем. Момо, уходи. Все, ушла. Так, здесь нет окон. Здесь есть. Двери мы тут все закрываем, чтоб не мешались. А теперь бежим вниз. Окошко. Окошко. Эй. О! Здесь окошко закрытое. Дверь закрытая, зато есть открытое окно. Ну и вон та еще дверь открыта. Эту дверь мы открываем. Затем... Эй! Ну давай уже, нацелься. Во, все. Взяли мы ножик с вами. Теперь на чердак. Вот сундучок. Так. Беги. Беги, лес, которым управляют. Ой! Блин. Опять. Ну вот какого фига? Нет, она на меня бежит, и сразу же метнуться в нее ножом, а потом спрятаться. Я не могу использовать нож, потому что она появляется из ниоткуда. Ой, отстань от меня. Поджидаем. О, все, попёрлась. Вот ты
Какая, блин, хитрая. Ну чё? Всё, ушла. Наверх. Ну все. Опа. Так, Момо, убегай. Все, убежала. Должна убежать, по крайней мере. Да, убежала. А мы имеем открытое окно. Так. Ну. Так, это мы тоже закрываем. Ну чё? Ага, ножик. Дверь эту мы откроем. Уж сбегать через нее будем. Да, и самое главное выяснить, откуда ж к нам сейчас Момо подбежит, чтобы ее убить. Все, побежали. Бежим-ка в ту сторону. Назад, 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 назад. Блин, здесь мне не спрятаться. О, о, все. За камнем. Ай. Наконец-то. Все. Просто сидим здесь, дожидаемся полиции. Ой. Ну, блин, Момо там просто вообще, видимо, в ярости. Вон она как там мой дом крушит. Наконец-то. Все, если что, у нас ножик есть, и мы Момо можем убить. Ждем. Все, скоро полиция приедет, и мы наконец-то игру пройдем. Да, но меня вот интересует. У нас вон тут сарайчик есть, я его уже видел. Мы его до сих пор не открыли. Типа. Попробую выяснить, для чего нужен этот сарай. Может, есть какой-то в игре секрет, который я еще не нашел. А может, это и не секрет. Может, еще что-то можно сделать. Ну ладно, это в следующий раз. А сегодня меня интересует просто удрать от этой Момо. Вот чисто удрать. Дождаться полиции и удрать. Ну-ну-ну, давай, 3 секунды осталось. Ну? Давай. Последняя секунда. О, все. О, быстро как приехали, прямо здесь. Что? Ну да, тут, правда, опять звук сирены был, но он был достаточно короткий, поэтому жалобу за авторские права я не получу. Так, ну все. Наконец-то! Наконец-то я прошел эту игру. Ну все. Прощай, Момо. Больше ты не потревожишь меня. Ну ладно, на этом все. Попробую посмотреть все-таки для чего. Ну, что же это за сарай такой?